Салют, братюнь, ты на канале Не Карате. Бокс не карате, бокс это песня. В нем есть припевы и есть куплеты. Игра ума, достоинства и чести. Стас посвятит тебя боксерские секреты. Рад тебя приветствовать. И спешу напомнить, бокс не карате. Тут думать надо, есть о чем подумать. Сегодня разбираем рейтинг популярного боксерского портала BoxRec. Кофе, пиздец. О, пиздец кофе. Кофе, пиздец. Где ты всегда найдешь сведения о предстоящих поединках. Карточку боксера. Сколько побед, какие бои. Международный портал BoxRec подготовил рейтинг топ-10 боксеров-любителей. Нет никаких критериев, нет весовых категорий, вне зависимости от всего этого. Есть 10 парней, которые вошли в рейтинг лучших по версии портала BoxRec. И сегодня мы об этом, естественно, поговорим. Мимо пройти никак не могу. С 10 строчки по первую. Погнали! На 10-й строчке рейтинга BoxRec лучших боксеров среди любителей Чинзаринг Батарсург, Монголия. Чинзаринг, Чинзаринг Батарсург был жекпе-жекте жетіп. 9-я строчка рейтинга. Казахстан. Асламбек Шимбергенов. Третий. Все, о чем я и говорил, победа! Хочется сказать, что по казахам есть информация, сколько кто получит в случае победы на Олимпийских играх. Золотая медаль $220 000. Ребята, дерзайте, таких призовых давно мы не видали. 8-я строчка рейтинга. Россиянин Муслим Гаджи Магомедов. Серебряный призер Олимпийских игр, двукратный чемпион мира по боксу, заслуженный мастер спорта России Муслим Гаджи Магомедов стал лауреатом национальной спортивной премии в номинации «Гордость России как спортсмен года». На 7-й строчке догоняет его Всеволод Шумко. Тоже представитель России. 6-я строчка. Непонятно, как попал сюда американец Джамал Харви. But at just 20 years of age, Jamal Harvey has got plenty more in the here and now. He produced a brilliant display over Serik Tizimirjanov. He deserves credit for earning himself a silver, but a very good display by the American boxer. He's been brilliant. He's been brilliant all the way through the competition. He was in my ring when he beat Mirzizbek Mirzakhalilov, and that was a fantastic, fantastic win that not many people. На 5-й строчке, кто бы ты думал? Проверим, все верно. Сакен Бибасынов, Казахстан. Polish on the beat, so it's heat.
Ассаламу алейкум, құрметті қазақстандықтар. Мен Бибосынов Сәкен, бокстан Токио Олимпиадасын қола жүлдегерімін және әлем чемпионымын. Шындықсаң шымыр боласын, демекші спортпен айналсыңыздар, спорт денсаулық кепілі. Біз спортшылар есірткіге қарсымыз. Четвертая строчка. Руслан Абдуллаев, Узбекистан. Третья позиция тоже. Как попал? Я не знаю. Денег кому занес? Не знаю. Софьян Умия, Франция. Я не хочу сказать, что это слабый боксер. Это очень крутой боксер. Это топового уровня боксер. Но вот в этом рейтинге, что меня смущает, постсоветское пространство, 8 строчек. И только 6-я и 3-я позиция, это Джамал Харви 6-я и 3-я Софьян Уйма, Франция. Остальное все Россия, Узбекистан, Казахстан. Даже кубинцев нет. Молодцы в бокс-рэке. Кто-то с ними начал сотрудничество. Такое сугубо личное мнение. Ну вот сейчас вот иду. Вторая строчка. Габил Мамедов, Россия. Три победных боя и очередной титул в легком весе. Успех очень важный. И потому что в турнире собраны только сильнейшие, а еще определялся состав сборной России на крупнейшие международные старты. Стабильно, да? В каком плане стабильно? Ну что, ты выходишь в финал и побеждаешь, там, внутренний первенство. Ну, с одной стороны, да, но по уровню бокса у меня все нестабильно. Бывает взлет, бывает падение. Сейчас я не в самой лучшей форме. То есть мы с тренером это обговаривали, были готовы к тому, что я приду в свои не самые свои лучшие бои. К счастью, удалось одержать победу, но... Бокс оставляет желать лучшего. Даже не в лучших кондициях Мамедов признан лучшим боксером Кубка. Серебряный призер рейтинга бокс-рек Габил Мамедов. Красавчик. Ну и на первой позиции, кто бы ты думал. Вот кто бы ты думал, сейчас жми на паузу и пиши вот в комментариях, кто ты считаешь возглавляет рейтинг топ-10 лучших бойцов любительского олимпийского бокса по состоянию на 1 апреля 2024 года. Первая позиция рейтинга «Бокс-рек» лучший, барабанная дробь. И это Хасанбой Дусматов, Узбекистан. Aggressive manner possible, a single shot KO to eliminate Belal Benema from contention for World Championship gold. The fans in attendance will never forget. And will further solidify his legendary status in the IBA code of boxing. That was the dramatic denouement. A wonderfully timed backhand out of the southpaw stance, catching Benema unawares, and those are the blows that inflict the most damage. And you can see that he's listing as he's walking on a ship on the high seas, Belal Benema. No coordination of his senses whatsoever, even though he's competitive. Вот такой вот рейтинг. Все парни достойные, безусловно, но где Энди Круз Гомес? Где кубинцы все? Где? Непонятно. Да много кого можно было бы включить в рейтинг. Ты смотри, либо ты его защищаешь и больше никогда не заходишь на мой аккаунт, либо я звоню маме. Согласись или не согласись, оставь свое мнение в комментарии, не оставайся равнодушным. Единственное, о чем тебя прошу. Не забудь поставить королевский лайк. Буквально на днях мы подготовим рейтинг лучших боксеров по версии не карате. И там мы уже какую-то методологию тебе предоставим. Почему тот или иной? Хотя бы пару слов. А то бокс-рек слабовато, ребята. Бедолаги, жалко мне. Не показываем. Заур тебя купить может. Но рейтинг в целом неплохой. Я жду твой комментарий. Засим, брат, адьюс.